Тем не менее, то, что ты совершила, что ты пожелала, это великий грех. Не улыбнулась мне, не поцеловала. Я хотела умереть. Давайте расскажем друг другу о наших надеждах. Я хочу, чтобы мы рассказали о наших надеждах, о радостях, о мечтах, которые сбудутся. Уверен? Это еще не конец света. Но что-то все-таки происходит. Не могу себе представить, что здесь вообще что-то могло происходить. Говорят, если Господь хочет кого-то наказать, Он исполнит его желание.